Добрый день, меня зовут Максим. Ну, я снова в Walmart. Начинается рыбный сезон. Я только что купил себе вот такую вот лицензию для лова рыбы. Вот, и тут кое-что прикупил себе для того, чтобы на этой неделе открыть свой персональный рыбный сезон. Вот такая у меня баночка с червячками, с канадскими, очень большие. Сейчас их раскрывать не буду, не расползутся. Большого размера, $2 стоит. Лесочку себе купил, мощную. Пишется, что выдерживает 30 фунтов на разрыв. Ну и вот такие вот крючочки с поводками. Тут они очень хитро комбинированные. Тут зазубренные на крючке идут сверху вниз. И, в общем, не оставляя рыбе никакого шанса, если она уже клюнула. Вот поэтому я сделал апгрейд своего спиннинга, который купил себе. Вот. А здесь вот, вот так вот, вот великолепие. Это все карбон-пластик. Все это легкое, инновационное, сплошной хай-тек. Прямо в руки ложится идеально. Ну и очень демократичные цены. То есть вот цены начинаются там $13. Там, ну, есть, конечно, профессиональная модель. Тут уже 49, смотрю, долларов есть. Даже есть какие-то супер-пупер навороченные по 139. Но основная ценовая категория, конечно, это вот от 13 там, до $25. Ну и, соответственно, огромный выбор различных аксессуаров. Катушки тут всякие разные. Тут такие вот наборы есть. Вот по $19 интересные. То есть, опять же, всякие разные лески. Тут в общем, рай для рыбака. Рай для рыбака. Самое главное, здесь очень-очень-очень демократичная цена. То есть, если посмотреть тот же магазин Спортхит, который в Москве находится, конечно, это как небо и земля, потому что вот набор крючков $1 стоит. Вот. Такие вот тут крючочки всякие разные. То есть, вот, ну, в целом, вот это все по доллару здесь. Такие вот наборы по пятере. Боксики такие вот всякие. Тут можно проапгрейдиться очень плотно. То есть, кто заморачивается по этой теме, тут прям очень серьезно все. Вот тут специальные сразу же спреи против насекомых, чтобы вас не кусали. То есть тут все продумано. Все очень продумано. То есть пришел сюда, как говорится, купить жене прокладки, а ушел с удочкой и с рыбалкой, чтобы в выходные дома не сидеть, как в том самом анекдоте. Вот. Ну и веревочка, чтобы повеситься, если ничего не поймал. Вот, то есть вот, вот как-то так. Оставайтесь с нами на канале. И опять же жду ваши заявки на видеосюжеты, что вы хотите от меня еще увидеть. Удачи!